Самое оздоравливающее из развлечений – баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Праздновать студенты продолжат вплоть до субботы, 27 января. Районная библиотека приглашает всех на игровой квест «Студенческий переполох». Он также будет посвящен Татьяниному дню и пройдет в рамках программы зимнего фестиваля «Выходи гулять». А потому игры-путешествия, конкурсы и викторины разыгрываются на улице, в велопешеходной дорожке и в благоустроенных скверах и дворах. Поскольку этот квест мы проводим на улице, то много будет таких элементов подвижных. Он будет, ну, чтобы мы не замерзли, чтобы было весело. Будут и танцевальные, и физкультурные минутки, и в то же время будут и... Поскольку это все-таки студенческий квест, то здесь будут и научные такие задания, викторины, посвященные, конечно же, Татьянину дню. Поэтому, я думаю, будет большое разнообразие, и каждый что-нибудь узнает и найдет себе интересное. Начало квеста в 13 часов. Всех желающих ждут у памятника 700-летию Клина. Участников разделят на группы и раздадут специальные студенческие книжки. За каждый пройденный этап квеста будут проставлять оценки и зачеты. А по итогам игры самые успевающие студенты получат призы.